рефлексы неба попадают на тело, поэтому кроме кадмия холодный цвет разбела розового. Охра желтая в разбеле. Разбел охры, разбел розового, более холодный цвет, он показывает идею рефлексов неба, то есть синих, то есть холодных цветиков на одежду, на тело. Плюс просвечивает синий, тоже показывает идею рефлексов. Волосы – это и охра, и краплак розовый. Здесь даже краплак розовый с коричневым.
И небо уже не крашенное, а сложное в цвете, то есть живописное. Здесь мазочки могут сыграть с направлением измененным. Такие как бы росчеркоподобные. И вот тут интересный момент. Сейчас я вам покажу. Краснота. С охрочкой. Тоже дают некий росчерк. Такую путанку из мазочков. То ли это травки, то ли это отблески ее платья, то ли это весь пожар света. Зритель может трактовать это как угодно, а мы этими росчерками показываем свою привычку уживописнивать. Вот эти как бы случайные, как бы неряшливые мазочечки. То ли, опять же, то ли как пар от земли, тоже можно так трактовать. И дальше я перехожу на разработку платья. Ну и всего остального. А, волосы еще у меня бы. Да, наверное, сначала волосы. Когда мы входим в атмосферу голубого, для того, чтобы у нас волосы не стали зелеными, сначала заходим с розовым. Чуть-чуть тронул. Светлый рефлекс от волосиков сюда, на надбровную. И это уже сделало более выпуклым. И здесь чуть-чуть более выпуклым личико и вышедшим сюда. Хотя прямой свет туда не попадает. Тоже рефлексик чуть-чуть. Блестящая волосиночка.
И небочка дает рефлекс на лобик сюда. Вот этот даже малоприметный холодочек, а уже закруглил головочку. И, наконец, белочек чуть-чуть будет синеть. Переборщил. Так, ну и, наверное, все. Вот такая мечта розовой девушки. Хорошо.